ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня я хочу пригласить вас в очень необычное видео, которое существует впервые данной тематики на моем канале. Это видео покупка рандомной лошади моему знакомому человеку. Да, вот так вот на стриме человек попросил, чтобы я ему купила лошадь. Он не знает о том, какая это будет лошадка. Это останется для него тайной вплоть до самого последнего захода этим человеком в игру. Так что сейчас я беру персонажа этого человека, своей знакомой, и мы отправляемся смотреть его конюшню и думать, какую же лошадь ему рандомно купить. Его первая лошадь — это вот рыжая тыковка. Клейдес Дали, рыженький из Дундула. Но сегодня мы должны купить какую-то другую лошадь. И я даже не знаю, с чего начать. Запоминать, кто у нее есть и кого у нее нет, я думаю, будет нереально сложно. Поэтому, наверное, я буду просто кататься по магазинам, по местам, где продают лошадей, и уже по факту думать, кого ей купить. Но есть одно условие, даже несколько условий. Я могу купить не только лошадь, но и амуницию на эту лошадь, и также сделать ей любую прическу, тоже купить подковы. Но условие со стороны этого человека, хозяина аккаунта, что лошадь должна быть не менее чем третьего поколения. Вот так, я вижу 3-4, точно 4 бельгийца. Я, если честно, хотела бы купить бельгийца, потому что бельгийц очень классная лошадь, но у нее их и так 4. Хотя, в принципе, я думаю, из серии я могу купить кого угодно. Морган, один Марвари, 2 липицана. Боже мой, даже я хотела липицана ей купить. Это, знаете, это очень сложный выбор, на самом деле, кого можно было бы купить этому человеку на конюшню. Я не знаю, дайте мне голландскую срочно. Я знаю точно, что я не хочу ей тяжика, не хочу пони и не хочу кучеряху. Не, вообще не хочу. Поэтому надо посмотреть и подумать, кого бы ей взять. Я такие большие ставки делала на бельгийца. Вы даже не представляете, насколько большие. Я так хотела купить ей бельгийца, но данная порода сейчас на пике популярности в ССО, поэтому ничего удивительного, что у нее на конюшне их 3-4 бельгийца, по-моему. Так, первая остановка — конюшня Фиргроув. У нас тут есть финские лошади, кучеряхи, которых мы не будем брать, и Морганы. Ладно, мы подумаем, но пока что, окей, фаворит покупки будет финская лошадь. Едем дальше. Надо было начать с самого вообще простого, и это лошади на ранчо Старшайна. Я как-то забыла, что вообще-то здесь тоже много коней. Так, у нее есть Paint Horse. Сколько? Два. У нее есть 2 Paint Horse. Хорошо. Неужели у тебя нет ни одной полузы? У нее нет ни одной полузы. Так, лошадь на покупку номер 2. Так, ладно, держим в уме аполузу. Так, у нее есть 1, по-моему, теннисиец. Ну, в принципе, кстати, у меня вот теннисицы всегда нравились. Рысь и... Ну, манежный не нравился. Но рысь и шаг мне нравились. И прыжки мне у них очень нравятся. Так, ладно. Значит, держим в уме пока что финская аполуза. Ну, теннисиец. Ну, ладно, еще теннисиец. Продолжаем поиски. Если бы она сказала купить ей лошадь второго поколения, я бы даже думать долго не стала. Я бы ей купила либо хафлингера, либо мустанга, либо английскую чистокровную второго поколения. Но как-то сказали третьего, значит третьего. Так, давайте посмотрим по Софина.
Так, интересно, у нее нету ни одного пасофина. Это как-то подозрительно. Лошади-то, в принципе, хорошие, и Аполлуза, и пасофина. Неужели ей что-то в них не нравилось? Или в тот момент, когда они выходили и были на пике популярности, у нее не было возможности их купить? Ладно, у нас, значит, есть Аполлуза, Финхорс, Аполлуза и Пасофина. Пасофины пока что лидируют, потому что это достаточно выездковая лошадь. Давайте так, я скажу, что первое место занимает Аполлуза у меня в списках, потом Пасофина и Финхорса. Так, тут еще рядом у нас продаются лошадки на ферме Марли. Давайте посмотрим, что там может нам понравиться. Першероны. Першероны у нее есть, хватит с нее першеронов. И хафлингеры, точно. И хафлингеры здесь продаются. И у нее... Ай-яй-яй, у нее есть один хафлингер. Так. Кто сказал мяу? У нее есть один хафлингер. Лошадки достаточно небольшие. Я считаю, что хафлингера одного на всю конюшню хватит. Так, виноградники. У нас здесь есть лузитан. У нас здесь есть лузитан, но у лузитана уже относительно старенькая моделька. Кстати, у лузитана старые квадратные шишечки. Да, у нее пока что один англичанин. Ну что ж, это уже как-то поинтереснее. Может быть, ей англичанину купить? Нет, вот раньше второе поколение английской чистокровной была прям... спортивная, то есть она была для спорта. Сейчас я не знаю, как-то я на ней несколько раз каталась. Рысь и манежный меня почему-то уже не радуют. Не считаю я ее особо выездковой, зато галоп прям для скачек. Покатавшись по конюшням, я поняла, что хороших лошадей, которые мне нравятся, больше нет. Нет, конечно же, осталась конюшня Юрвика, но там стоит кто? Там стоят кнапструперы, липицаны и фризы. Все эти лошади у нее уже есть, да и, ну, не хочу я ей покупать, поэтому у меня сложный выбор. Это решить между финской лошадью, Аполлузой, Пасофина и английской чистокровной. Это очень тяжелый выбор. Вот, ну и сейчас попробую наконец-таки решить и определиться, кого ей покупать. Мой выбор пал на Пасофина. По нескольким причинам. Во-первых, по истории, как я уже говорила, она хочет заниматься спортом, ее персонаж. То есть она как бы начала жить на конюшне, ухаживать за лошадьми, просто заниматься выской, но она хочет познать конный спорт. А бельгийцев много, поэтому я считаю, кроме липицана, фриза и бельгийца, одна из тоже хороших выездковых лошадей – это Пасофина. Я хочу ей купить вот такую масть. Я считаю, она очень красивая, такая вся спортивная, просто начищенная, с шишечками будет. Я вначале думала, может быть, я просто гнедую, но потом это как-то неинтересно. Эти вообще как-то я даже и не собиралась. Эта масть мне в априори не нравится. Вороной тоже как-то очень простенько. А вот это, ну посмотрите. Ну посмотрите. Мне кажется, это да. Они смотрятся. Посмотрите на этот огонь в глазах. Да, конь, сейчас мы тебя будем покупать. Думать, как тебя назвать. А как тебя назвать? А назвать я хочу его на английском. Я очень люблю коней называть на английском языке, поэтому надо сейчас быстренько перезайти. Пожалуй, да, я его так назову. Итак, это у нас покупка не мне, другу. Молодой Пасофина Мерин. Ну, допустим, его где-то, я не знаю, 4 года или 5 лет. Не, наверное, 5 где-то. Mountain Sunrise. Итак, покупаем. Yes! Ой-ой-ой! Как это мило, слушайте, прям не могу. Я не ожидала, что это будет настолько мило. Ну, вы посмотрите, ну они идеальная парочка. Так, и в какой-то веке еще же right now. Right here. Right now. Right here. Right now. Ту-ту-ту. Так, вы посмотрите на эту красоту.
Мелисса, почему у тебя раньше не было этой красоты? Вы смотрите шикарно. Вечно все приходится делать самой. Шучу, четко. Так, теперь мы идем, конечно же, в магазин. Покупаем дружочечку самые лучшие подковы. Надеваем. И теперь самое сложное. Это купить ему амуницию. А вот это уже... Сейчас мы будем долго здесь сидеть. Наверняка у нее есть куча комплектов. Но я надеюсь, что чего-то из этого у нее нету. К примеру, колокольчиков. И теперь показываем то, что мы на себе купили. Ох, вот этот чек у нас. Так, а подкову... Мы ее уже надели на себя, поэтому нам нужно купить колокольчики. Седло. Уздечку. Да, Пасофина может все это носить. Я уже забываю, кто что может, кто что не может. Так, все. Мы все это надеваем на коня. Я не знаю, хранит ли она простые подковы или нет. Я их всегда выкидываю, потому что зачем хранить подковы без характеристик? Я этого не понимаю. О, да. Это мне нравится. Я хочу посмотреть еще одну вещь. Я просто не... Мне прям интересно. Какой-нибудь жакет у нее есть? Давайте купим ей вот этот. Наверное. Не знаю. Мне кажется, супер смотрится. Мне кажется, пора звать хозяйку и показывать ей, что мы ей купили и как вообще это все получилось. Все, я готова, наверное. Так, все, наконец-то разобрались. Оказывается, она перепутала загон. Она была в этом загоне, а я ее отослала в тот загон. Так, я еду. Ты готова? Нет. Нет? Я тоже. Я такая думаю, так, блин, ну он не похож на Липицана. Не было таких Липицанов, а потом вспомнила, что это этот. Это Пасофина. Это Пасофина. Ну все, теперь я поняла, почему ты тогда сказала, что он похож на Липицана. Блин, а я вообще не думала про Пасофина. Я думала, сейчас, знаешь, будет какой-нибудь Кнапструппер, которых у меня нет. Я его как бы не особо хочу, но как бы я об этом не сказала, потому что думаю, ну что ж, экспериментировать так по-крупному. Так, ну давай теперь я выйду, и ты зайдешь на этот аккаунт и уже ощутишь свои эмоции. Слушай, я вообще на самом деле сейчас очень приятно удивлена этой лошадью, поскольку я вообще не думала еще брать Пасофина. У меня есть только два этих магика. А, у тебя только два Пасофина магика. Блин, а я забыла, что они у тебя есть. Ну, я взяла, знаешь, как там, два в одном, все вот это вот. Да-да-да. Я когда смотрела на днях недавно на Пасофина, думала, блин, нет, не буду брать, не нравится. Но сейчас я вот так смотрю. Ну что за сладкая булочка? Масть. Ты придумала собственную масть и сделала мне ее, да? Потому что таких не было. Был? Не было. Был? Он был. Он, кстати, по-моему, был и в приложении, и в игре. Он, по-моему, двух этот, как бы, и там, и там. Но я решила, что я лучше его здесь куплю, чем я буду его пытаться вырастить тебе. Это вообще великолепная лошадь. Я в восторге на самом деле. Очень, правда. Я в таком... Ну, я ожидала, ну вот, ну все, сейчас в поня мне купят этого зебру с того какого-нибудь. Нет. Нет. Нет, у тебя история персонажа, что он решил, что хочет пойти в конный спорт заниматься и развиваться. Вот, пожалуйста. Ну все, будем качать, и надо будет прийти на тренировку. Да, причем, смотри, у тебя и колокольчики куплены, и вальтрап куплен, и седло куплено, и уздечка куплена. То есть у тебя всего этого не было вообще, и пиджака. Вот такой вот я бедный аккаунт. Ну, зато теперь вот, пожалуйста, весь такой красивый. Ты это слезь, погладь, и ты поймешь, почему я взяла тебе именно этого коня. Мне кажется, это лошадиная версия меня.
Боже, как они мило смотрятся, это вообще что такое? Да-да-да, вот просто. Они, кстати, реально как будто похожи. Ну, сейчас еще вторым уровнем станет, так можно карьером будет кататься. Да просто прелесть такая. Вот. Мне кажется, он идеально подходит. Просто, это просто шикарно. Это я не могу. Почему? Я его не разглядел раньше. Как я так посмела? Возможно, потому что он сейчас одет шикарно. Возможно, кстати. Ну все, я тебя поздравляю от всей души с покупочкой рандомной. Спасибо большое. Ты оправдал мои ожидания. Вернее, ты меня не разочаровала, вот так вот скажу. Фух, ну что ж, это очень хорошо, что мы не разочаровали человека. Ну что ж, я тогда желаю Мелиссе Мунвеб с ее Mountain... Я уже забыла, как я его назвала. Mountain Sunrise. Успешной карьеры в конном спорте. Развиваться, прокачиваться. И крепкой вам любви, отношений и взаимопонимания. Но все остальным, ребята, я желаю вам не забывать тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Ой, чувствую, долго ты будешь к нему привыкать и радоваться. Вот когда мне нравится конь, я максимально не хочу его прокачивать. Просто мне хочется подольше поездить и насладиться. Ну хотя бы до 10-го.